Так, всем привет! Мы в отеле Skymark Fallis. Вот центральный бассейн. И мы сейчас пешком идем на пляж. Можно пройти через снэк-бар. Вот. Можно вот здесь по лестнице. Это вот верхний бассейн. Налево у нас нижний бассейн еще. И вот по такой тропиночке мы идем к калитке. Вот калитка в парк работает. С 8 до 18. Здесь велосипедные дорожки. Чуть дальше есть прокат велосипедов. Вот прямо сразу мы вышли уже к лифту. Если лифт не работает, то чуть дальше есть лестница. Вон вдалеке лестница. А прямо напротив отель Ритз. Так, ну что, у нас лифт не работает, все двигаем на лестницу. Здесь у нас спуск. Мы идем на лестницу, но, как говорится, по лестнице вниз гораздо приятнее, чем по лестнице вверх.
Так, вот мы спустились. А теперь парк. Но, по-видимому, лифт все-таки заработал. Вон люди уже прошли, которые с нами наверху. Они уже от лифта идут. Вот мы вышли на набережную. Сегодня понедельник, 7 октября. Народа никого нету. Ну, правда, и утро. Вот. А вчера было воскресенье, и было очень много-много мест. Прямо куча людей. Все купаются, приехали с семьями. Все заставлено машинами было вот туда подальше. Все стоянки. Сейчас вот немножко молодежи и все. Вот наверху Риксос и наш Фалес. И почему-то у нашего отеля дальше, чем у Риксоса, пляж. Детские площадки здесь такие. И вот впереди, с правой стороны, у нас начинаются корты. И как раз мы практически
дошли до нашего пляжа. Вот он, пляж номер 5, это Риксоса. Вот с левой стороны белое здание в глубине. А наш Алона номер 6, следующий за ним. Вот мы проходим два теннисных корта у нас с правой стороны. И с левой стороны начинается уже Алона номер 6. Это вот наш пляж отеля Фалис. Это первый бар Алона Фалис с такими ценами. Бар платный. И для постояльцев отеля тоже платный. Так, вот наш пляж. Здесь бар с самообслуживанием. Вода, айран. Типа апельсиновый сок, типа гранатовый сок. Чай, кофе. Столики можно сидеть. Места есть всегда.